преддверии пасхальных праздников пенсионеры получат по 200 рублей от компании «Шериф». Тем, кто получает приднестровскую пенсию, 200 рублей придут на карточку или помощь от «Шерифа» принесут разносчики вместе с пенсией. Пенсионеры России, получающие пенсию в Приднестровье, тоже получат помощь от компании «Шериф» вместе с пенсией. В супермаркеты им обращаться не нужно. Пенсионеры, получающие пенсию в России по внутреннему российскому паспорту, и пенсионеры Украины и Белоруссии по 200 рублей от «Шерифа» получат в супермаркетах. Выдавать будут с 3 по 7 апреля. С собой нужно взять оригиналы документов, внутренний паспорт страны, которая выплачивает пенсию, пенсионное удостоверение и документ о длительной регистрации на территории Приднестровья. Список магазинов, где можно получить 200 рублей к Пасхе, есть на сайте компании «Шериф». Приходить за помощью нужно с 9 утра до 6 часов вечера.